Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Омегон. И сегодня, гуляя по просторам интернета, я наткнулся на такой удивительный ролик, как «Угарные хроники. Часть первая. Рождение Наруто. Анимация». Интересно, что же там будет, потому что превьюшка меня довольно-таки улыбнула. Давайте посмотрим. Не лезь. Давай, давай, дорогая! Ты сможешь! Сделай это! Толкай! Давай! Давай! Выйди оттуда! Свали из моей жены! Оу, жестко. Эй, подожди, разве дети рождаются с такой пышной шевелюрой? Нет, не рождаются. Эй, парень, что-то надо? Твоего ребенка. Оу, что происходит, реально? Слава богу, ты не ранен. На нем бомба. Стоп, чё? Оу! Ну ладно. Пришло время призывать Девятихвостого. Это будет немного больно. О, чука-чука-чука-чука-чука-чука-чука-чука-чука. Если бы это все было бы реально так, у чука-чука-чука. Не, так, вот такого я явно не ожидал, такого я отвечаю, не ожидал. Стоп, все, стоять. Чука-чука-чука-чука-чука-чука-чука. Ну, это было легко. Чука-чука-чука. Посмотри в мои глаза. Что? О, да. Ну все, становись бешеной. Как в аниме, прям, кстати. Эй, зачем ты это сделал, чел? Я не послушный. Нет, ты просто тупой, со своей тупой-тупой маской из жвачки, похожей на анус. Анус твоей педофильской жопы. Сдрисну отсюда быстро, чел. Посмотри на эту рожу, боже, что это? Минато, боже. Ты посмотри просто, что с твоим носом, просто невероятно жесткая горбинка. Так, стоять. Эл! Но я сделал эту маску своими собственными руками. Ладно, отдохни здесь. Yes. Боже, успокойся. Блин, автор, когда он это рисовал, просто как он вдохновлялся Наруто вообще максимально. На мои чувства. Приготовься сдохнуть. Нет ты. Нет ты. Нет ты. Нет ты. Нет ты. Тогда ударь меня. Чего ты ждешь? Я стою смирно. Жиза, жиза, жиза. Ударь меня. Ударь, давай же, ударь, сделай это. Давай, ударь меня, ударь меня, ударь меня. Тупо троллинг, просто тупо троллинг Минато. Давай. Что это за хуйня? О, малыш хочет бутылочку. Ку-ку-га-га. О, смотри, 13-летняя девочка, за которой ты следил уже несколько лет, она не отвечала тебе взаимностью, педофил ебучий. Чё? Где? Я догадываюсь, на что намек. Я догадываюсь, на что это намек просто. Ай-яй, я сваливаю. Ура! Здоров, жена. Эй, лис, залезай обратно в мою жену! Нет? Чё нет? Серьезно? Она ест слишком много Доритос? И это все попадает на тебя? Ну, там хотя бы вкусный соус, разве нет? Эй, он не хочет обратно возвращаться в тебя. Его тело его дело, так что... Как это звучит странно. Куда мы денем этого здоровяка? А? Ты хочешь засунуть его в этого червяка? Нифига, боевой червяк. Он слишком мал для него. Бро, не пытать, просто засунь его в эту грязную... Это лиса. Ты хочешь поместить большую лису в маленькую лису? Оу. Эй, ты хочешь залезть в лесу? Как насчет... О, как насчет того, чтобы засунуть его в нашего ребенка? Эй, он будет имбой. Дружок, мы решили, что поместим тебя внутрь нашего сына. Пойдешь внутрь, я дам тебе Доритос со вкусом ананаса. Просто доводит лиса. О, нет! Окей, давайте покончим с этим. Блин, ну камон, вот такую серьезную сцену обыгрываете. Там же она действительно такая печальная была сцена в Наруто, но... Когда он вот этим когтем проткнул, а это просто... О, нет!
Иди сюда, пацан. Камнебой. Брайан. Что? Что это? Что? Что? У-ху, мы сделали это. И я сейчас сдох. Тупо запылесосил. Что это вообще за жесть? Что в голове у автора просто? Просто что? Что в голове у автора? Я не понимаю. Объясните мне, пожалуйста. Вот это жесть. Вот это жесть. Уху, мы сделали это. И я сейчас сдохну. А, Минато, что Минато здесь произошло? Я засунул девятихвостого. Моего сына. Какой хер ты это сделал? Ты только представь. Он вырастет и будет мочить не разных могу, говнюков стой, своими крутыми... Сука. Извиняюсь, я не могу. Сейчас, подожди. Что это? Это максимально было годно. Приемами. Я не знаю. Руками мистера Фантастика. Он же из них все дерьмо выбьет. О, это будет так круто. Мистер Фантастик, а что? А ты не ошибся? Ну как сос... его имя? Просто надпись. Чекайте, да, надпись. О, жесть. Какая же это жесть, отвечаю. Его имя... Билли. Я имел в виду Наруто. Погоди, о, как те розовые штуки в Дошираке? Да. Окей, ну это вроде как странно, типа... Как если бы я назвал своего сына кукурузой. Или свою дочь куриным наггетсом. Ладно, блять, хорошо. Выслушайте, учитель. Пообещайте. Пообещайте мне... Что бы ни случилось, вы приложите все силы, чтобы позаботиться о моем ребенке. Скажите ему, что его мама и его папа очень сильно любили его. Вот это грустно. Хоть этот грустный момент не уничтожили. О моем маленьком сыне. Минато, я клянусь своей жизнью и жизнью моего так сына Асумы, что я... Позабочусь о твоем ребенке. A few moments later. Вот тебе ешь. Папа. Я не твой папа. Сука. Я не твой папа. Папа. Просто закинул ему рамина, вкинул просто в комнату. Что? Бедный Наруто, просто. Просто чекай вот это. Тебя ешь. Папа. Я не твой папа. Я не твой папа. Ой, как же это жестко. Это годнота. Это явно годнота. Я еще видел вторую часть. Вторую часть выложили. Я посмотрел бы. Вот она, кстати, здесь есть. Если хотите увидеть... Вторую часть, реакция на вторую часть, пишите в комментариях. Ну, блин, это просто разрывнуха, это гениально просто. Это еще, как я понял, русский дубляж, переозвучка. Блин, я надеюсь, будет больше и больше серий, но это очень годно, блин. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, кто не подписан, увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.